Начните понедельник с прекрасного. В Свердловской филармонии сегодня пройдет спектакль «Цветы запоздалые. Маленький роман». Это история безответной любви княжны Маруси к преуспевающему доктору Топоркову. Действие разворачивается на фоне семейной драмы главной героини. В постановке повести лежат глубокие истории, много чеховского юмора, и все это под музыку Рахманинова. Клуб «Перемена» арт-галереи Ельцин-центра приглашает подростков принять участие в ридинг-группе. На встрече ребята будут обсуждать тексты о современных уральских художников, разберут непонятные моменты и поделятся своими впечатлениями. Хоккейный матч клубов «Авто» и «Спутник Ал» пройдет сегодня на арене «Уралец». Игра состоится в рамках молодежной хоккейной лиги. Владельцы сезонных абонементов смогут посетить матч бесплатно при предъявлении абонемента на входе. Еще больше анонсов мероприятий можно найти на портале juvens.ru.